Три месяца назад в Приднестровье был создан единый орган предварительного следствия и поддержания государственного обвинения в судах – Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики. Новая структура была сформирована на базе следственных управлений и отделов прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, военной прокуратуры, МВД, КГБ, Государственного таможенного комитета, который больше не вправе заниматься предварительным следствием и поддержанием государственного обвинения в судах. Основные задачи Следственного комитета – оперативное, качественное расследование преступлений, участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным делам от имени государства, возбуждение уголовных дел, производство предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина. За короткое время работы управления Следственного комитета города Рыбницы и Рыбницкого района вышло на второе место по республике по количеству оконченных производством уголовных дел. Об этом говорилось на прошедшем накануне совещании по подведению итогов работы за четвертый квартал 2012 года. В своем докладе начальник управления Следственного комитета ПМР города Рыбницы и Рыбницкого района Александр Иордатий отметил, что в проделанной работе есть свои минусы. Если по республике в целом для дополнительного расследования было возвращено 26 уголовных дел, то 14 уголовных дел было возвращено нашим следователям. Это говорит о том, что, во-первых, все-таки на сегодняшний день качество работы следственной у нас еще не на должном уровне. И в этом плане у нас есть над чем работать. Второе, это то, что 61% из направленных, оконченных, вернее, производством уголовных дел у нас закончено срок свыше 2 месяцев. Это тоже, скажем так, не очень хороший показатель, над которым тоже в нынешнем году придется поработать и все-таки сократить сроки расследования. Вместе с тем, заместитель председателя Следственного комитета ПМР Василий Ковач отметил, что наряду с высокими показателями по раскрываемости преступлений, которые зависят от количества расследованных завершенных дел, направленных в суд, управление находится на 8-м месте по возмещению ущерба по уголовным делам. В данном плане необходимо как-то наладить взаимодействие с органами внутренних дел, которые выявляют эти преступления. И при производстве первоначальных следственных действий принимать неотложные меры по наложению ареста на имущество подозреваемых обвиняемых лиц в целях обеспечения гражданских исков. Потому как мы живем в те времена, когда граждан больше интересует свой собственный карман, я имею в виду потерпевших, и в общем-то им без разницы, какой срок наказания определит суд. В первую очередь для каждого из них важно, возместят им ущерб или не возместят. 3 месяца – небольшой срок для подведения итогов. В планах управления Следственного комитета города Рыбницы и Рыбницкого района улучшить работу в этом году, справиться со всеми недочетами, решить проблему с нехваткой кадров. А местные власти обещают всемерную поддержку, в том числе и по вопросу помещения для работников управления Следственного комитета ПМР города Рыбница и Рыбницкого района. Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.